вас была третья неудача подряд. Вы думали, что нужно заканчивать с этим? Никогда. Почему нет? Я никогда не сдамся. Я имею в виду, что я должен быть мертв или полностью выведен из строя. Маск сделал ставку на компанию. У нас взлет. И на этот раз все сработало. Если бы четвертый запуск у нас не получился, у нас не было бы ресурсов для пятого. Смерть компании была бы неизбежной, потому что у нас просто не было бы ресурсов. И я пришел к выводу, что очень важно пытаться. На самом деле путь к успеху лежит через самообразование. Будучи подростком, я изучал энциклопедию, в то время как многие мои сверстники предпочитали развлекательную литературу.